знаю, часа два сейчас валялся вообще, я не знаю, у меня все болит. Я, короче, у меня со здоровьем проблемы какие-то сильные. У меня, короче, это давление скачет, короче. Я еще бухаю, блядь, еще жахаюсь, блядь, пиздец, нахуй, Леха, я себя убиваю вообще, нахуй, по-моему. Я так сдохну, нахуй, мне надо хотя бы пить бросить. Я сейчас вот похмеляюсь, нахуй, все, я бросаю пить, нахуй. Я вот сказал, что я вот этот день еще пью, ну, вчера, все, нахуй, сегодня похмеляюсь, я больше не пью, нахуй. Иначе, Леха, пиздец, у меня сильные проблемы прям с давлением, понимаешь. Я тебе дал визитку, прикалывался, нет? Визитки. С другой стороны, там номер мой. Возьми себе одну, если хочешь. Чисто по кайфу. Визитка. Ты где это замутил? А это мама мне. Она в этом... Она же в институте, в Кемеровском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования работала 25 лет. 21 год она работала заведующим государственным отделом. Поэтому она изначально у нее химик-биолог образование высшее. Она с химией и биологией преподавала. В нашем, кстати, медицинском она преподавала. Потом она работала в учебной части. А потом... Ну, в этом медицинском институте. А потом она устроилась вот в Кемеровской областной, в Москву, на курсы психологов. Ее посылали там, ну, она, в общем, так-то она, знаешь, конечно, человек умный, грамотный, но так почему-то она по-паскудски ко мне относится. Я не знаю почему, я просто, мне очень горестно, что она так ко мне относится. Мне очень неприятно это. На меня. Может, ты к ней тогда тоже как-то не так относился? Нет? Знаешь ли, у нее такое кредо, она отыгрывается на мне. Вот она, вот кто-то ее обламывает, окружающий, а она потом меня. Тэн, тэн, нахуй, все на мне сливает. Нахуй. Понимаешь, на меня все сливает. Отыгрывается на мне. Блять, вот ты представляешь, что? У меня на полочке было 2x5 вот таких одинаковых, один в один. Такое же было еще. Ты представляешь, что? Я эту полочку сломал, 1x5 это, ну, я нашел. А когда я его нашел, я вспомнил, блядь, дурак, сука, что там распятие второе на этой полочке, блядь. А мусорку уже вывезли, блядь. Я бы в мусорку пошел бы за этим распятием, блядь, ковырялся бы, похуй, я бы его нашел. Представляешь, что я сделал, блядь? 4x5 я выкинул, нахуй. А вот это распятие, кстати, которое висит, я его, его мой друг Рома, светлая ему память, покойничек, он его додумался, блядь, выкинуть из окна, нахуй. Просто, блядь, короче, нахуй, сорвал его, и оно у него висело, он сорвал его, нахуй, и выкинул, блядь, в окно. Я смотрю, блядь, а я иду, смотрю, распятие валяется. Я такой, как так, блядь? Поднимаю это распятие, короче, приношу домой, блядь. А потом выясняется уже, ну, там, что это, оказывается, Рома, друг мой, выкинул. А мы с ним 33 года в одном доме прожили. Он на втором, я на девятом. Я ему говорю, ты что, ебанутый? Я говорю, ты что делаешь, что ли? Его, к сожалению, нет живых. Пацан молодец был, блядь. Такое, вообще, таких людей очень мало на этом свете. Как вот Рома, как я, знаешь, такие, блядь, люди... Очень редко, редко. Это, я тебе скажу, это, блядь, мы просто, мы отличаемся кардинально от многих людей, которые вот есть. И, я не знаю, они нас не слышат, они нас не слушают, блядь. Вот хорошо, если будут прислушиваться и внимать нашим словам, потому что мы говорим истину, мы ее глаголим, мы ее донести пробуем даже до них. Тратим на это свою энергию. Они не слушают, они глупы. Они... Как вот Моисей водил 40 лет по пустыне этих... Израильтян? Израильтян, да. Не израильтян, а евреев. Ну. Вот. Народ свой. А
А, я не об этом, да, о том, что Иисус, пророк, Сын Божий, пришел на эту землю, Бог его послал на эту землю, для того, чтобы спасти овец Израилевых, понимаешь? Вот, вот эти вот людишки, я их так называю, людишки, не более того, они большего не достойны. Не, не люди, не людишки. Как раз таки, вот они и есть это стадо, вот эти овцы. Почему их называют быдло, блядь? Потому что, сука, в натуре быдло. И слышали бы нас, услышаны бы мы были, а нас не слушают, блядь. А им нахуй, они куда-то там за свое что-то там надумали в башке, шары забычили и полетели осуществлять свое задуманное. Им плевать на окружающих, им для них только вот я, у них я, вот это эго их впереди, их бежит. Вот очень жаль, что так. Их эго им мешает. Свое вот я им, к сожалению, им мешает жить, потому что они выставляют, ставят себя выше других. Они ставят себя Они считают себя лучше других. Они очень погано поступают. Отвратительно. И мне это, меня это напрягает, я это понимаю, пробую это исправить, но бесполезно. Я, ну, не бесполезно, конечно, может кто-то и прислушается, но, в общем, очень жаль, что так вообще на самом деле на этой планете. Надо покурить. Просто не могу. Что же мне так плохо? Потому что я вот так вот покурю лучше. Сейчас вот так вот сделаю. Ой, блядь, не знаю, надо бы похавать, по идее. Чё не лезет ни хрена. Так будет интересней. Так. Ага, это тоненькое, да? Так, короче, нахуй. Чё у тебя с рукой? Да чё, прыщи эти лезут, что здесь, блядь, маленькие вот эти беленькие, сука, эти, я их выковыриваю, туда грязь попадает, блядь, она гноится, я это всё задолбался уже, у меня лекарств, ты посмотри, вот мне мама купила лекарств, буквально когда, позавчера, на 1500 рублей, пожалуйста, знаешь? 1500, нахуй. Это я не знаю, где бы я их взял, эти 1500, если бы не мама. Вот, я чек сохранил, чтобы, ну, посмотреть, что вообще цены какие, что где. А это я ходил в поликлинику, они мне даже ничего не... Они мне дали направление на сдать на анализы, а еще принимать не хотели. Я их же там, ты что, они же меня не любят. Я же, блядь, людям-то правду в глаза говорю. Они меня не любят, пиздец. Да они тебя не поэтому не любят, они по твоему внешнему виду. И да, и то, что они боятся, что я, типа, заразный, блядь, знаешь. Вот, сука, ты же врач, блядь, ты же терапевт, ты же должна, сучка, знать, нахуй, прекрасно, что вот это такое, что вот это, что это не заразно. Какого хуя ты? Она знает мою историю, блядь, прекрасно, что у меня нет ни СПИДа никакого, ни ВИЧа, ни, блядь, только у меня гепатит С только. Все. Бараны ебучие, блядь. Пошли не нахуй. Заебали. Пидорас. Не хочу вообще о них говорить. Давай лучше о чем-то приятном поговорим. Ой, господи, прости. Так. Что мне тут нужно-то? Я что сюда? А. Вот, трубка мне нужна, блядь, вот что мне надо. И спички я тут хотел найти. Что за... Пиратская трубка? Да, очень пиратская. Это, эту трубку мне подарил Игорь, покойничек, светлая ему память. Он на Черном море, в Анапе, жил. И у него сын сейчас этот катер водит. В общем, очень замечательный человек был. Мы с ним
дружили, курили. Вот, и вот он мне подарил трубку. Вот. Ну, мы там трубку-то курили, трубку прям курили. Вот. На тур трубку, да. Ну а как? Там гроверы растят, ты чё, ну там в пятишках, они пятишку обрезают, короче, земли туда насыпают, семечку садят, ну, и ходят, поливают с родника водой. Слышь, ну, на солнечное место. Ну а как, блядь? Как? Там их ГНКшники дрочат, там бы за это. Ловят, блядь. А они один хрен как растили, так и растят, и будут расти, и ничего за ним не сделаешь. Че нам, блядь, эти мусора с вами? Хуйня мы знаем. Уроды, блядь, конченые. Если бы они, вон к ним обращаешься, они, ой, мы ничем помочь, блядь, мы не будем это искать. Прямо говорят, нахуй, можете отказ писать, мы не будем искать. Знаешь, ну мрази, сука, тебе за что, пидорас, блядь, платят, сука, зарплату? Гнида ты ебаная. Ты за что, блядь, на этом месте сидишь? Просто, чтобы зарплату гнидина получать и всем уговаривать, не надо, нахуй, писать заявление, пишите отказ. Пидорасы ебучие. Блять, зла не хватает, я ж материться начал. Вот когда меня избили 23 декабря. Чё они мне сказали, и мухи? Мы их, ну, мухи, они сказали, мы твою куртку искать не будем. Мне они сказали, ну, а где мы их, иголку в стоге сена? Сука, на камерах, блять, на этом подорожнике, ебучем в этом ларьке, записаны их ёбла. Этих пидорасов, которые меня избили. С которых у меня сотрясение. Они просто не хотят работать, мрази ебаные. Не хотят, сука, уроды конченые. Мусора. Это не менты, это мусора. Дали мне направление, типа, ну, вот, если вы там... Будете там это, ну, захотите, можете сходить, вот, типа, это, ну, вряд ли мы их найдем, сука, блядь. Так и сказали, он мне просто неофициально сказал, и мы их искать не будем. Просто, понимаешь, в открытую, нахуй. Ни куртку Мухину, нахуй, ничего. Я куртку Мухи подарил, как бы, ну, хотя за меня эта вся херня произошла, поэтому подарил Мухи куртку, конечно. Честь имею, собственно говоря. Ой, а у людей, да, нынче ни совести, ни чести. Они, что такое честь, наверное, вообще понятия не знают. Совесть-то иногда просыпается там, и то в редких случаях. Вот что горестно. Я не знаю, куда этот мир катится, на самом деле. Знаешь. Кали-юга только началась. Ты знаешь, куда катится мир. Только 5000 лет прошло, а еще 480, представляешь, в этой Кали-юге жить. Это ночь Брахмы. Ничего, потом всех гадов, всех существ, которые живых, которые подлежат уничтожению, уничтожит Господь. И, значит, останутся только те, кто достоин жить. Только те существа, живые, естественно, которые достойны жить. Вот в чем плюс. Кто, по-твоему, достоин жить? По-моему, достоин жить тот, кто живет по законам Божьим. Как Господь завещал, как он, знаешь, он любому живому существу дал право выбора. Либо встать на темную сторону, либо на светлую. Вот те, кто на светлую сторону встал, те и достойны. Все. Ну и те, кто он... живут так. Да. Да. Ну не просто надо встать. Да, не просто не там просто встал, болтают на, да, по этому поводу, а именно живут так. Да. Я
косячу себе только. Вот я себе организм свой убиваю. Я там курю, бухаю, там колюсь, там еще что-то делаю. Там, да? Но что я делаю в жизни по отношению к людям? Я отношусь к ним по-людски. Мало того, я скажу больше, я их умудряю. Я доношу до них истину. Пробую донести, скорее, будет правильно сказать. Потому что не услышан бы был только. Вот единственное, что услышан бы был. Да, ну а что они будут слушать? Они не слушают тех, кто живет по так, как написано, знаешь. Да, они вот, Святые Писания, пожалуйста. Вот, вот она, Библия. Вот, пожалуйста, Библия. Вот, пожалуйста, вам еще одно Святое Писание, Веды. Вот, значит, Бхагавад-гита тут. Шримад Бхагават там где-то, значит, ну не рядом, просто не под рукой. Понимаете? Вот, вот по каким законам надо жить. Вот по вот этим вот законам надо жить. Вот по вот этим. Вот. В холодильнике. Ты посмотри, мой холодильник. Просто загляни туда. Вот. Смотри. Хлеб. Вот тут лапша. Все. Вот тут сало. Вон там, слава богу, есть. Мне соседка, соседи подогнали. Все. Все. А, вот еще эта заправка к борщу. Сахара чуть-чуть-чуть. Вот там. Вот. Вот. Видишь? Разолью. О, все. Ну, соль есть, приправы, слава богу, есть там. У меня мама получила пенсию 20 числа. Я ей говорю, дай мне денег. Я говорю, я болею, я не могу заработать, у меня нет ни голоса, у меня, блядь, давление ебашит. Она мне денег не дает. Ну, слава богу, хоть лекарство не купила. Она меня заебала, это мама своим отношением заебала. Как бы это всю жизнь происходило со мной с 15 лет. Что я играю на гитаре, корюсь. С 15 лет просто я попробовал опиум. И Аллах проронил слезу на землю. И пророс маг. И кто лежит слезы Аллаха, плачет горькими слезами всю жизнь. Вот, собственно говоря. Ты как правильно сказал, как ты до такой жизни докатился? А вот как ты докатился, блядь? Слеза упала, а ты докатился, да? Я докатился до нее, да. Смака слезу, вау, как ништяк. И пара, и полетело, все, пошло, поехало. Завертелось, закрутилось. Муть, круть там, что, за мутки, мутки за мутки. Че, пацаны, а есть чуваемы? 15 лет ты, да? Да. И сейчас тебе уже 40 лет. Я, видишь, я как бы вот эту вот пехоту наркоманскую, я это не люблю, я с ними не общаюсь. Я денег дал, наркоман сбегал, принес, я врезался. Я буду сам бегать, блин. Да, если там, я напрямую к цыганям бы ходил бы, да. А нахера это надо, блядь, мусора, хуй сара там, зачем это надо? Они меня примут, я сяду. Мне это зачем? Я денег дал. Да пропало там этот рубль, это да, дай в рот этот рубль. Да. Зато я не сел, я спокоен, я свободен. И меня никто ничего не. Я ничем не обязан никому, ничего никому не должен. Как бы, не слава, самое главное, что я не в тюрьму не попаду, понимаешь? Вот в чем самое главное. Что я нахуй дал, принесли, нахуй. Я не знаю ничего, никому не помогаю. Мне говорят, помоги взять. Я говорю, да я не знаю, где взять. Я сам беру там через руки. Как бы нахуй. Ну, естественно, мама, конечно же, она меня воспитала. Она очень много в меня вложила. Я бы не был таким сейчас, каким я есть, если бы не мама, потому что она занималась только мной. Она отдала мне всю жизнь. Она все... Все мне отдавала, да и до сих пор отдает, ну, сколько может. В общем, ну и как мама, будешь? Мне главное, что в плане воспитания, понимаешь, мама меня вложила очень много. Она пробовала мне дать знания, я их не стал, собственно говоря, получать. Я в 7 классе как ушел и сказал,
ручкой так помахал. Но, тем не менее, я читал нужные книжки. У меня, как бы, я даже в ее институте я учился, проходил трехмесячные курсы, чтобы научиться на компьютере работать, прям, ну, вот, чтобы мне там... Я хотя бы... У меня есть прям документ, что я являюсь пользователем ПК, то есть официальный из Института повышения квалификации и переподготовки к образованию. Что я трехмесячные курсы прошел? Кто таким может сказать? Похвастаться, как сказать. Ну, я не то, что я хвастаюсь, я просто рассказываю, мне хвастовство, оно меня не интересует. Это низменная хрень, хвастовство. Вот. Я им не пользуюсь. Вот, потом, что значит? Ну, учителя мне в меня, вот когда я учился в 49-й школе, Ирина Карловна, дай бог долгих лет жизни, она очень много, она каждому имела свой подход, она это умела делать, она хороший психолог каждому ребенку. И вот она в меня очень много вложила, она меня хорошо воспитывала, ей благодарен. Потом своим братьям, потому что я самый младший в семье из двоюродных, троюродных братьев, а у меня только двоюродные, троюродные, родных нет, и сестры. Своим братьям, родственникам, поскольку они могли, они меня умудряли. Ну, кому, я не знаю, наверное, тем людям, которые мне встречались на жизненном пути и умудряли меня, там что-то пробовали вложить в меня. То есть что-то мне... Что-то пробовали... получалось вложить? Я у них пробовал узнать нужную мне информацию, вызнать, понимаешь? То есть как бы вот существуют книжки для того, чтобы познать нужную информацию. Книжки, да, благодарен тем, кто написал книги. Потому что перечитал я, слава богу, немало. И религии не одну. Там я четырех религий коснулся. Вот, и мне очень понравилось читать больше всего веды, скажу сразу. Вот. Они меня раскрыли, они мне прям вот, ну все прям, я прям вкупился в тему. Ну а так вкратце, веды что трактуют, какой позицию? Какую позицию? Божью какую, то же самое. Что в Библии написано, что в Коране, то есть, что в Торе. То есть там как-то интерпретировано по-другому. Там просто... Это очень долго, и я не буду сейчас... Давай о религии не будем сейчас разговаривать, потому что это очень долго. Это можно часами сейчас разговаривать, вообще всю жизнь можно на это потратить. Поэтому вкратце, почему веды? Потому что для меня они были более понятны, нежели Библия, Коран, Тора. Вот. Поэтому веды. Ну, как-то веды, ну, сказались на твой образ жизни, которым ты сейчас живешь? Абсолютно сказались на моем образе жизни. Они отразились на нем очень сильно, потому что я... В чем? Блин, не знаю, да во всем. Ну там что, пишут, что колись, играй на гитаре? Нет, конечно. Ну, понятно же. Но... Ты поясни хоть что. Ну... Я имею в виду, что мне они, веды мне раскрыли как бы смысл бытия, раскрыли суть жизни, что как бы они мне подсказали, помогли сделать, ну вот святые писания, я имею в виду не только, конечно же, и Библия тоже, и Тора, и Коран, конечно же, мне помогли в этом плане осознать суть. Ну, вы знаете, как бы в смысл бытия и не познал, я до сих пор задаюсь этим вопросом. Вот друзей дарит Бог, мне кажется. Вот Господне провидение, вот это, знаешь, когда вот два человека встречаются в жизни, может быть, они нужны друг другу в этот момент, но, может быть, они не нужны в другой. И
больше они не встретятся. А если они будут нужны друг другу в следующий раз, и еще раз, и в следующий раз, и еще раз, и еще 25 миллионов раз, они будут встречаться, и они будут вместе. Они будут друзьями. Вот эта дружба дорогого стоит, она зарабатывается годами, теряется в 6 секунд. Так же, как уважение. Так что, слава Богу, что у меня есть друзья, и не один. Я скажу, вот я так рад этому, что у меня не один друг. Могу этим похвастаться. Не один. Хорошо. Это отлично. Да сколько друзей в могиле лежит? Могила. От чего? Двоих убили, третий от рака, четвертый от наркотиков. Ну, итог четвертого тебя никак не смущает? Знаешь, я об этом думаю каждый день. Поверь мне, друг мой. Че, в мечтах живешь или как? В каких в жопу мечтах? Мне сколько лет? Ну я понимаю, ну ты как бы мечты. Ты же этим живешь. Где они, эти мечты-то? Нет, ты не уходи. Я ребенок тебе, что ли, мечтать? Ты не уходи. Я свои мечты пробую в жизнь воплотить. Вот что я тебе скажу. Они там, что, не ухожу? От вопроса-то я не ухожу от темы. Ну а так вообще, как сам чувствуешь для себя? Хотел бы вообще от наркоты-то отойти? Да, уже пора, потому что у меня со здоровьем в последнее время тяжко. То есть, если бы было здоровье, ты бы еще я с бы радостью продолжил? Да. Серьезно? Да, я бы с радостью продолжил, но сейчас уже, по-моему, мне нужно прекращать все это делать, потому что, ну, здоровья просто нет, иначе я сдохну быстро очень, а мне не хочется этого, мне хочется пожить. Я вот после того, как себя, я хотел умереть, убирал себя из жизни, там, передозировался, ну, слава богу, в живых остался, ко мне не спустился ангел, объяснил, что это, что делать, и я... Что делать? Ну, вообще... Как тебе сказать, что делать? Он мне объяснил, как жить. Он со мной пробыл буквально чуть-чуть. Но он мне вот сюда все вложил. Там уровень другой общения. Это мы с тобой сидим, языками разговариваем. А он просто не спустился, дал информацию и улетел. Все. Это ангел. Это не низменные существа, как мы люди. Поэтому вот, ну, у меня все здесь уложилось, а я ослушиваюсь некоторых моментов того, что он мне указал делать. Наркотики в этом списке? Да, наркотики, алкоголь, сигареты в этом списке. И отношения, некоторые отношения мое к некоторым вещам тоже. Вот. Да что, у меня нос-то чешется, я не бухать не собираюсь. Я не хочу бухать, я хочу, короче, нахрен прекращать это все делать. Не, ну бухать я не буду, все, я буду только алс. Заебало. Сука, бесит. Здоровья нету, надо хотя бы что-то одно хотя бы делать. Надо есть таблетки, как бы лечиться. Вот, и хотя бы, ну хотя бы колоться уж, только если уж мне больше всего нравится колоться, что, блядь, делать еще. В опиум буду ебашиться. Буду жрать, лизать слезу, мака продолжать. Ну, и это скоро брошу, потому что, ну, уже все уже. Сил нет у меня. Их не станет, если я буду продолжать. Вот в чем фишка. Если я продолжу употреблять, то 2 метра ниже плоскости земли уйду. И будет тело мое гнить, а душа полетит. Меня определят там. Там в курсе. Куда? Знают. Куда? Вот решать тем, кому Бог дал ведать
этим, как знаешь, вот директоры есть, да, а есть служащие. И они выполняют определенную работу. Вот директор сказал служащим выполнять определенную работу. Вот они ее выполняют. Вот когда я попаду, выйду из тела, там эти служащие, они меня туда, куда надо. Я только туда, больше никуда. Ну, в другое тело, это 100%, то есть как бы, ну, на какую планету? На адскую, на райскую, на проклятую. А здесь опять останусь. Или я еще куда-то меня отправят, не знаю. Это мне неведомо. Увы, ах. Ну, хотя, может, и к лучшему. То есть, как бы, ну, для этого... неопределенность заставляет меня цепляться за эту соломинку утопающего в море. Знаешь, когда посреди океана утопающий цепляется за соломинку даже, чтобы жить. Вот так же, и, вот, наверное, это меня и оставляет жить. Я вот именно, наверное, поэтому живу. Я как-то эту соломинку бросил и стал тонуть. И не раз. Но мне ангел объяснил, что этого не стоит делать. И больше так делать нельзя. Иначе в ад. Вот не хочу в ад. Поэтому и живу, наверное, до сих пор. Вот. Ну, убиваю, правда, свой организм. Ну, всему свое время. Все там будем, чем. Душе не вредит это? То, что тело... Душе нет. Душе вредят поступки, конечно же. А ты же вот террорист. То, что ты телу своему вредишь, ты душе же, не вредит. Ты же террорист своего тела. Да. Это уже поступок. Это да, это определенно. Я просто, можно сказать, враг своему телу. Злостный. Я его просто так убиваю, что, я не знаю, не каждый так умеет вообще делать, на самом деле. Как я делаю. Надо как себя не любить-то, чтобы, ну, вот так вот. Ну, это не ты себя убиваешь, на самом деле. Ты знаешь, что убиваешь. Ну, да, я просто, я сознательно это иду. Леш, я осознанный. Возраст. Да. Так. Все. Хорош. Одеваться, вали. Ой, не могу. Все болит. Надо идти анализы сдавать. Сегодня вечером приду, посмотрю, что у меня. Не завтра. Скольки, не знаю. Там что-то написано 25-го куда. Куда, не знаю. Ну, в смысле, знаю, куда. В точку какую города. А во сколько? Сколько градусов? О, минус 4. Отлично. Заедем, не мечели. Ой. Как бить его? Волос нет. Давление траха. Денег на все надо. Еды в холодильнике нет. Знаю. Это какой-то кошмар. Еще болею. Еще что-то. Давление и... Так, чё я выпил, чё не выпил? Так, время. 5. Надо выпить. Так, в чём я пойду? Вот в этой дублёнке. Сюда же 4. О, там копейки есть. Хорошо. Что там есть? Сейчас гляну, что там есть. У меня есть на пиво! Отлично! Господи, спасибо тебе! Обалдеть! Все. У меня даже настроение поднялось. Это седы. Так. Блядь, скорее бы мебель принесли. Как меня этот бардак достало. Туда-сюда все это перекидывать. С одной кучи в другую. С одной в другую. Заебла. Хуйня, ебучая, сука. Перекидывай эти ебаные. Блять. Так.
ногу сидела, болит. Сил никаких нету. И кажется, что вообще просто нахуй нет. Как я еще вообще двигаюсь? Как я стою? Как я что-то делаю вообще? Я поражаюсь. Так, что я надеваю? Вот этот пиджак. Или не этот. Но сегодня не праздник. Сегодня можно что-нибудь одеть посерее. Рубашечки, которую мне мама подарила, чтобы я на свадьбу одел. Так, рубашка. На свадьбу что, свою? Что? На свою свадьбу? На свою свадьбу, да. Дарьи, которая... Вот. Кемерово, которую играл. У меня же две свадьбы с Дарьей было. Одна на море, а там я делал свадьбу. И здесь. Там я делал, здесь родители. Ну и я тоже, конечно же. Как же по-другому-то? Кто будет еще делать это у нас? Так. Блин. На пальцах видишь, какие штуки, блядь. Они потрескались. И, блядь, застегнуть пуговицу – это целое мучение. Здесь и здесь, ты прикинь. Это какой-то кошмар. Это все наркотики, алкоголь. Виной. Там мое пристрастие к ним, скорее. Даже. Что стоит? Карина. Так. Носки. Носки. Ой. Ой. Так вот эти чистые носки. Вчера нашел. Ой, блядь. Я же расторопший не выпил. И мне надо вот эту херь еще обработать. Пиздец. Еще, блядь. Язва там, что, блядь. Пиздец там. Что там? Видишь, что? Жесть какая-то. Потому что этот палец об этот трется, там получается мозоль. А потом, блядь, че гниет все нахуй. Заебало. Еще больно будет, блядь. Сука. Ладно, нахуй. Вчера вечером мылся, блядь. Пойду вечером помоюсь, нахуй. Пизду, блядь, не буду еще ничего мыть, нахуй. Ой. Меня радует. Это меня очень-очень радует. Что я думал, сейчас придется сначала песню спеть, потом что-то пиво. А так уже на пиво есть. Это хорошо. Так. Не заебало. Надо измерить давление.
если я поел время, блядь, сколько, блядь, шестой час, ёбаный. Сейчас вот таблетку, блядь, не проглотить. Ноги, сука, ковырял, блядь. Ёб твою мать, а не помыл руки. Фу. Надеюсь, не сдохну. Вчера мылся, блядь, ходил дома. Никуда не ходил больше. Давай, пойдём руки помыть. Руки-то мой аккуратно, чтобы вон эту не замочить. Задолбали уже эти все эти хреновины. Язвы эти все. Так, телефон назову. Чего у тебя тут за медали? Это мне, это, значит, победили соревнования. Какая-то совковая медаль, это тоже, она вот эта вот, тоже совковая, она, это ветеран труда, а вот эта мамина медаль за веру и добро, серебряная медаль мамина, моей мамы медаль, вот эта. Ветеран труда у нее тоже медаль есть, она у меня в другом месте, у нее просто, ну, этой штучка эта отломилась, и я не могу ее прицепить, вот так. У нее еще одна есть, она серебряная с золотом. За, так, у нее есть, а вот, да, здесь, по-моему, здесь. Сейчас, вот одна из нее медалей. Еще. Вот, значит, почетному работнику образования, по-моему. Так, почетный работник общего образования. Значит, Министерство образования и науки Российской Федерации. Вот видишь, у меня штучка отломилась, поэтому не могу повесить. И еще одна медаль там, но она в другом месте. Она... Так. Как же полезно. Соседка дала поносить, пока фингал погнал. Я ей подарил очки уже. Нашел очки. Ну, не знаю, где-то взял, блядь. Хуй знает, где взял. Если честно, даже не помню, где взял. То ли угашенный постоянно. Чего я могу помнить вообще? 24/7 ты угашен? Иначе я буду кумарить и болеть. А этого очень цуко не хочу. А у него допроситься не могу, блядь. На лекарство нахуй, на еду, когда болею, блядь, заебало. Сука, блядь. Охуеть, блядь. Как так можно, сука? Ставил нас без наследства, блядь, еще и. Ладно, меня. Хуй с ним. Я сдохнул, в рот меня чихпых. Она внука своего без наследства оставила, блядь. Вот чем жопа. Это твоя рабочая, а это? Это тоже рабочая. Понял. Это я просто сейчас в двенашке хожу. Полетели. Так, вот я и думаю, а работу мне раз, два, три, четыре. Грязь,
не хочу. Могу найти меня огонь сейчас в карманах. А у вас не будет огонька, молодой человек? Пойдет? Блять, 5.50, наверное, интересно, займут. Если там женщина, которая знает меня, это мама, она займет 5.50 до вечера. Я, блядь, вообще до вечера. Ну, до встречи в раз. Ну все, попал, пацан, остав. Облом. Мы двигаемся вот аптекой, за углом там магазин есть. В ней продается ебучая соточная водка беспонтовая, конченая. У меня вариантов просто нет других пока на сегодняшний день. Что-нибудь придумаю. Я похмеляюсь нахуй, отсыпаюсь сегодня. Сегодня я вот алкоголь всегда лью, надеюсь, последний день. Ну нахуй. Ну, хотя бы крайний, блядь, помирать вот не собрался. Не последний, крайний, ну, блядь, на вот эту пьянку, блядь, потому что она слишком затянулась. Сколько можно, 4 месяца ебашить. Хуйню эту сраную ебучую. Вино, водка. Ну, алкоголь. Любой. Рубль 50. Господи, прости. Прости меня, моя мама, прости меня, моя печень. Фу. Вода водой. Что-то не понял. Ну-ка, блядь. Молодой человек, а у вас есть зажигалка? Молодой человек, прикурить есть, прикурить. И чего, дай сигарету мне, пожалуйста, добро. Глянь, я хочу водку поджечь, блядь, а вообще горит, нет, сука, ебаная. Блядь, соточная водка ебаная, сука, пиздец. Я вот хочу проверить, вообще она горит, нет, я что-то выпил, блядь. Хуй поймешь, она вообще горит, не горит, блядь. Дай мне, пожалуйста, огоньку, а. Пиздец, что за ебань мне продали, я не понял. Я от нее вообще не сдохну, нахуй. Да вообще горит, нет, хотя бы. Пать мой хуй. Так, погоди. Это сучка горит, вообще собирается, нет? А ничего вообще охуели, оно же не горит. А на сколько градусов, что она не горит? Ну что, охуели, что ли? Я сейчас пойду и верну. Хуя не охуели, ебать. Я сейчас пойду, верну нахуй. Че, блядь, прикалываются, что ли? Хуя не угораю. Ха! Она даже не горит. А вода водой. Ну что мне продали-то? Вода водой. Она даже не горит. Я вот сейчас ее пробовал поджечь, она даже не поджигается. Это вода водой. Вы попробуйте сами. Просто, вы что мне продали? Что за прикол-то, не пойму? Я воду не собираюсь пить. Что за вообще? Что это такое? Ну вот, давайте попробуем. Молодчик, дай, пожалуйста, еще раз зажигалку. Давайте вот на полу. Смотрите, я на пол ее лью чуть-чуть, да? Вот, вот она. Я налил ее на пол. Дайте зажигалку. Вот, смотрите, зипа. Вот она, водка. Вот. Где? Она даже не горит. Это что такое? Это водка или это вода? Я выпил сейчас, я ничего не почувствовал практически. А там чуть-чуть градусов есть, под градусов 18. Если меньше 30 градусов, она вообще не горит. Даже 25. Если 25 градусов есть, будет гореть жидкость. Это хим. Ну я же ее не наливаю, сейчас подождите, я же вам ничего не сказала, что это. 100 рублей мне отдайте, пожалуйста. Будьте так любезны. Пожалуйста. Охренеть, не обосрался.
Хозяину скажите, что если будут такую херню гнать, я пацанам скажу, а люди в курсе, кто я такой. Люди приедут и разберутся. Хуяли, блядь, совсем. Пидорасы, ебаные. Честно, блядь, ебучие, а. Гондоны, ебаные. Братан, дай прикурить, пожалуйста, а. Проби. Нихуя чудят. Я в шоке. Ты прикинь, Леха, это нормально вообще, нет? Это пиздец. Сука. Я в ахуе, ебать, мой рот. Сука, стаканчик там оставил, да ебаный. Вот сидит, она... Сука, пидорасы, блядь, заебали нас. С этой суточной водкой, блядь, я в ахуе просто, ебать, мой рот. Ну, знаешь, она не горит. Это говорит о том, что она меньше 20-25 градусов, точно меньше. Там просто она не зажигается, она не горит. Такого не может быть. Но это, блядь, химия элементарная, ёпты. Смотришь, у меня вот эта баба, которая мне продавала окна, она меня знает, и мою маму знает. Она знает, что крутой. Она знает, что, блядь, сука, пацанам скажу нахуй. Скажу, что за ёбань? Че это за хуйня? Ничего продаешь-то, блядь? Ничего не попутали, нахуй. Ты же сдохнут уже наконец-то, я. Сколько жить-то, блядь, можно? Сколько меня Господь будет держать на этой планете? Кому я нахуй нужен? Кроме своей мамы, что единственное, что... Чтобы мама... Ну, сыну. Блядь. Придется жить, сука. Блядь, самому себе я уже... Я уже самому себе заебал. Я! А это кто? Сейчас я в подвальчик и обратно. Здравствуйте. Наталья Романовна, мне бы одну. Ну, я понимаю, что на две не хватает. Так, а я бы и две с удовольствием бы получил от вас за 100 рублей. Люди почему-то все хотят, чтобы я всем товаром давал. Босс? Ой. Пойдем, пацанам, пойдем. Если можно, огоньком, а что-то нахрен зажигалки за домом проебал. Не знаю, делать не смог. Ага. А кто орал? Ну да. Вы говорили, гарнисты, это, да? Ну. Че, можешь песенку? 100 рублей песня. Вы же меня знаете, я бесплатно петь не буду. Балотняху. Нос чистый, сука. Вот это водка. Фу, блядь. Не меньше 30 градусов точно. Фу, ебать. Нихуя. Говно. Ебучая сука. Без закуски, без запивки, нахуй. Блять, воды хоть попить, что ли? Говно какое. Фу. Фу, блять. Так, это за стаканчик. Нахуй, под словами. Ой, блядь, ой, блядь. Что ты хуёво, блядь, сука, фу.
Говно какое, ёб твою мать, а. Сука, заебали нахуй. Ну а чё, от суточной водки хотел ещё. Пить. Блядь, сука, кабач. Закрыть нахуй. Не могу. Ну что-нибудь запустить? На 14 рублей там что-нибудь могу. Конфетку, не конфетку. Не, кириешки. Кириешки хлебом, ништяк. Не надо мне хлеб. Вон, а я вам там конфеты дам. На 14 рублей. Вон эту штучку дайте, вот эту вот одну. Держите ее. По 280 рублей у вас. Сколько? Сколько? 6 рублей. Полтора еще заберите. Долго. Так, это ваше. Я всегда водку, вот эту, проверяю, я ее поджигаю. Если она горит синим пламенем, значит, это нормальный спирт. Если зеленым, его пить нельзя. Вон под козырек. Так, детки, аккуратно, заходите. Что, все туда собрались, нет? Нет. О, вы что, на гитаре будете играть? Нет, не буду. Детки, идите, пожалуйста, играйте там, занимайтесь своим делами. Нечем с детками стоять звонить. Давай в подъезд зайдем. Чем нас поет? Большой пиво. Ага. О, вот это горит синим пламенем. Блять, что это? Вот это что за хуйня? Вот это что за ёбань? Она же синим пламенем горит. Она вообще горит, блядь, нет. Ну, горела же вроде синим пламенем. Пиздец, что происходит, да ебаный рот. Ну. Ебаный ошибки. Синий. Все, можно ехать пить. Пойдем хуя. Гитару настроить, как в жизни и в тепле. Чё, когда такси-то приехали, не понял? Чему мы долго ждём? Я не хочу здесь тусоваться, но я хочу в такси. Фу, больше мест нету. Да мы такси ждём, чё? И чё, так-то? На улице -40, что ли, такси ждать? Господи, да сейчас такси приедет, да мы уйдем, что мы здесь? Вы же где-то были? Блюем, гадим, я не знаю, сым, срем или что? Пьете вы здесь? Пьете? Да. Спиртным
конкретно? Так от меня, потому что пахнет спиртным, потому что я вот... Ну вы же где-то были, там выезжали такси. Ой, все, идите, а! Все, идите. Сейчас милицию вызовем. Давай, вызывай нахуй. Такси быстрее приедет, чем менты. Че, блядь, здесь? Поставишь, что ли, распьем, что ли? Как... Ой, сука, быдло. Ебучая, задолбала нахуй. Это ебаное быдло. А-а-а! Чтобы их, сука, черти сожрали нахуй. Пошли вы нахуй убираться в вашем подъезде, пидорас. Тьфу, блядь, хуй я буду выбирать. Смотри. Настроение испортили, мрази ебучая. Ну, а что я говорю? Сейчас, вот, собственно, пойдешь, тебе еще там понапортят его. Бог знает сколько раз за день. За вечер уже. 6 часов доходит. Как. Господи, прости. И разумеет этих несчастных, как они надоели. Своим говном. Лаются, как собаки, блядь. Вот, Лёша, вот что им надо? Долбоёбам. Чё им не хватает, сука, в этой жизни-то, блядь? Они вроде ебутся между собой. Хуй есть, пизда есть. Всё нормально с ними, блядь. С головами тут ненормально, нахуй. Есть сигаречка, молочок? Слава богу. И не курите. Где-то был заебательский бычок. Как Остап Бендер. Господи, прости, что я с собой делаю? Когда это все, блядь, кончится? Когда я сдохну, это кончится, скорее всего. Потому что по-другому моя жизнь как-то не могу себя всем. Очень надеюсь, на настроение поднять песни. А спою одну из своих песен, которая называется «Ночь напролет». Еще есть с нами.
стакан нальем. Споем о том, как ночь прошла. Споем, конечно же, свои слова. Первые лучи пробиваются в ночи. И помолчи. Так вспомним о былом. Давай споем о том о сём. Стакан нальем. Не люблю в трамваях играть, потому что они гремят. Когда едут, они гремят, и меня не слышно, они слышат, что я играю. Поэтому автобусы, они мягкие идут, а тут железо стучит, и не слышно людям то, что я играю, то, что я исполняю. Вот не люблю в трамваях играть, поэтому. Поэтому люблю играть в маршрутках, в автобусах. А маршрутки, кстати, тише. Поэтому я в основном в маршрутках. Ну и не только поэтому. В маршрутках люди ездят, у которых есть заплатить за проезд на маршрутках. Самый дорогой транспорт общественный. Поэтому вот в них. Ну и вообще как-то контингент там, я бы сказал, менее мытляцкий, нежели в муниципальном транспорте. Поэтому пою там, в основном. Целых 10 дней или неделю мама лежала там. Она каждый день ездила мимо на машине и ни разу не зашла. Это что, подруга? Это нормально? Я давно маме говорил, говорю, мама, это не человек, это надменная мразь. Она меня не слушала, она все. А у мамы друзей, знаешь ли, нет, потому что мама моя, она очень плохо относится к людям. Она самое, что плачевное, она очень плохо относится ко мне. Она на мне отыгрывается, она меня, она вот она с кем-то там порамсит, она поулыбается им, а домой приходит и меня в мозг. На, все это. Пожалуйста, конечно. Вот это плачевно. На самом деле. И мне очень не нравится это. Я маме сколько раз это говорю, что не стоит так делать. Не надо с сыном ругаться. Мама все равно со мной ругается, меня постоянно гнобит, меня постоянно там не слушает меня, что я говорю там. Что-то свое там надумает. И давай мне рассказывать свои надумки. Я ей говорю, мама, дела обстоят вот так. А она свое там что-то надумает. И говорит, ты мне врешь, ты мне то, ты мне все. Да вообще, слава богу, что она жива, конечно, но я очень не люблю с ней общаться, видишь, в чем дело. Ладно, Бог с ним, она помогает, но ее отношение ко мне это просто феномен, я не знаю. Такого изверга я в жизни своей не встречал. Я ни одного человека такого встречал, как своя мама, в плане извергства. В плане извергства я не встречал ни одного человека, кроме моей мамы. Честное слово, она мной так издевается, это просто вообще что-то. Она меня пока до истерики не доведет, а она психолог, у нее два выше. Она, мало того, что она филолог, химик, биолог, она же еще и психолог. Она же знает, как меня довести до истерики. Она же, ну я же ее сын, она же знает, как это сделать, на какую придачу подает. Вот она на нее и давит каждый раз, как я с ней разговариваю, по телефону даже, ты понимаешь? Все, если я с мамой поговорю по телефону, у меня истерика, меня трясет, меня трясти от нее начинает просто. Потому что она такое начинает мне просто. Господи, прости. Уразуми эту несчастную. Наша остановка. О! Это Иеговы, поди. Или эти протестанты, кто? Ну-ка, Камышинская 87. Проезд, это. Подгорная каждое воскресенье с 10. Ну-ка. Че там? Эй, отсюда иди. С
схожу, посмотрю, чем эти там, кто там собирается и чем эти. Я ж хожу по всем этим, прикалываюсь. Туда пришел, посмотрел, сюда пришел, посмотрел. Их же много. Сука, сектанты ебучие задолбали. Мозги людям ебут. Ладно, это я потом почитаю. Что они там пишут? И кто вообще пишет? Разно. Господи, прости, а что же происходит в этой жизни? Не закусить нихрен. А подожди, как закусить-то? Нет, я же вроде оставлял. О, зашибись. Прости меня, Господи, прости меня, моя мама, прости меня, моя печень. Фу, говно какое. Фу, блин. Фигалище. Фу. Я говорю, вот что-то происходит. Либо кто-то меня опробил, либо сглазил. Потому что я вот даже прикуриваю, я даже прикурить толком не могу. Я спичку зажег, она погасла, не успел монстр прикурить. И вот что-то беру, у меня из рук валится, я поднимаю, у меня опять падает, я опять поднимаю, опять падает. Знаешь, вот что-то происходит, что-то, короче, нехорошее. Я не знаю, с чем это связано. Знаешь, я понимаю, что это я что-то нагрешил, и сейчас расхлебываю свои грехи. Я не знаю, просто, ну... Мне как-то вот оно вот, вот бы и не хотелось бы, чтобы так происходило, но оно происходит, и меня это раздражает, меня это бесит, меня это обламывает. Как-то так.